Всем привет, друзья, с вами я, Компот. Вы не поверите, где я прямо сейчас нахожусь. Я нахожусь в деревне строителей. Все вы знаете, что я просто, ну вот, обожаю. Ну вот просто всем сердцем обожаю постройки в Майнкрафте. Обожаю строить, обожаю... Ну, ломать тоже обожаю, взрывать ТНТ тоже все обожаю. Но строить я люблю больше всего. Если вы тоже любите строить в Майнкрафте, то прямо сейчас жмите лайк мне на видео и погнали со мной дальше смотреть этот ролик. Сегодня, друзья, мы отправимся в деревню строителей. Я ее нашел совершенно случайно. Ну как, ладно, не буду уж скрывать, мне о ней рассказал мой друг. И вот сегодня я нахожусь в этой деревне строителей, и тут строится, короче, какая-то, не знаю, там деревня небоскребов или что-то типа этого. Короче, сегодня мы отправимся сюда и узнаем все их тайны и секреты. Итак, давайте пойдем в деревню строителей. И чем она отличается от обычной деревни, от тем, что она недостроена? Итак, давайте смотреть. Тут у нас, видимо, грядку строят или какие-то стройматериалы набросали. Дальше тут у нас... колодец, кстати, смотрите, колодец-то еще у нас закрытый, колодец там ничего нету, ничего не работает. Вот тут, кстати, это крыша от колодца, которая тут должна стоять. Блин, как интересно смотреть на такие известные постройки, которые еще не достроены. И смотрите, что у них тут есть. Кто знает название этой машины? Подскажу вам. Там хранится бетон. Вон там хранится бетон. Друзья, кто знает название этой машины, прямо сейчас пишите его в комментариях. Она заливает бетон. Я думаю, что все знают, и все прямо сейчас написали комментарии. Дальше вот такая. Вот еще машина есть. Слушайте, а может прокатимся? Ладно, нехорошо, не буду. Так, что тут у нас еще есть? Слава богу, у меня есть креатив, я могу полетать. Тут у нас строится, я так понимаю, церковь. Я так понимаю, так как тут стоят штыри, она будет все выше и выше и выше строиться. О, кузницу тут, смотрите, недостроен второй этаж. У кузницы еще плит ту не положили. Так, окей. Окей, интересно, интересно. Так, что тут у нас? Тут, смотрите, тут даже уже мебель поставили. А что на втором этаже? Так, я так понимаю, тут библиотеку небоскреб строят. Тут тоже есть всякие вещи, мебель. А вот на последнем этаже его не то, что не достроили. Туда даже окна не поставили. Посмотрите, окон нет, они начинаются только со второго этажа. И то не полностью. Блин, слушайте, мне нравится, как выглядит эта деревня. Да, несмотря на то, что она недостроена и какая-то не такая, все равно мне это очень сильно нравится. Так, маленькие домики, смотрите, ну их, в принципе, проще всего строить. Тут уже жители, строители их практически достроили. И какая-то машина. Что это за машина? Я так понимаю, это машина, которая моет, не знаю, или что-то типа этого. Я, короче, не знаю, что это за машина. У кого есть какие предположения? Может, это кран? А, да, точно, это же кран какой-то. Вот эта вот стрела у них вот так выдвигается. И, ну, так как тут поставили новый кран, эта машина стала ненужной просто. И она пока что стоит, так сказать. И, ну, друзья, если можно так сказать, она отдыхает. Извиняюсь, першит в горле. И нет, друзья, у нас сегодня не жарко, у нас дико холодно, и я очень сильно этому рад. Наконец-то приходит осень. Как же я люблю осень. Даже частично люблю зиму, но лет я просто всем сердцем ненавижу. Серьезно, терпеть не могу. Ладно, друзья, что тут у нас еще? Я хочу пройти туда, но тут смотрите, тут у нас оградки стоят, то есть туда пройти нельзя. Я так понимаю, тут ведется стройка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, смотрите, тут ведется стройка и... Ух ты, а этот квартал, смотрите, уже до конца достроили, только двери не поставили. Тут уже стоит два готовых домика и две таких грядочки. Блин, слушайте, прикольно. А кран строит вот этот дом. Так, ну ладно, давайте как-нибудь проникнем сюда, вот так по-тихому, хопа, и посмотрим, что тут строят. Ага, я так вижу, тут два жителя-строителя, один ставит всякие блоки, а другой крановщик. Слушайте, раз крановщик тут, давайте-ка, друзья, поднимемся на самый верх и посмотрим все с высоты птичьего полета. Так, тихо, давайте, надеюсь, меня никто не видит, то, что я поднимаюсь на кран. Ой, ё-моё, блин, друзья, у меня голова уже кружится от такой высоты. Так, давайте, опа, вот так вот наверх. Подцепимся. Так, давайте аккуратно. Хопа! Так, так, так. Хоп, хоп. Ё-моё, как же страшно. Слушайте, несмотря на то, что я в креативе, я боюсь высоты. Слушайте, кстати, друзья, вы боитесь высоты или нет? Так, так, так. Ё-моё, как же тут красиво, офигеть. Вы только взгляните. Ё-моё, не-не-не, к краю я подходить не буду. Посмотрите, отсюда просто видно всю стройку. Как тут все строится. Как же это красиво и офигенно. Если вам нравятся какие-то заброшенные места своей мистики, если вам нравятся какие-то стройки, то прямо сейчас жмите лайк. Но, друзья, я вас прошу, хотя бы ради меня, никогда не лазите на стройки и на заброшки. Серьезно, это очень опасно. Там могут быть всякие бомжи, наркоманы, убийцы или еще чего хуже. На вас может что-то упасть или вы можете откуда-то упасть. Поэтому, друзья, я вас прошу, никогда не лазите по стройкам. Лучше, друзья, играйте в безопасные игры. И не надо никогда лазить по стройкам, это может очень плохо кончиться. Так, ну-ка, дверь открыта, ну-ка. Да ё-моё. Не получается и... Давай, хопа. О,
Смотрите, я попал в кабину управляющего краном, крановщика, вот, да, крановщика, и можешь управлять... Не, ладно, я этого делать не буду, потому что, ну, друзья, серьезно, это очень опасно, у кого-то там снизу прибить, так все, давайте-ка спускаться вниз потихоньку, так, опа, так, вниз, давайте вот так на стекло залезем, хопа, так, в бок, хопа, теперь по лесенке, так, отлично, и спускаемся просто аккуратненько вниз. Кстати, меня никто не заметил, и давайте прямо сейчас на забор, хопа, и перелазим назад. Блин, друзья, ну мне... Очень понравилась эта деревня, и она была очень прикольная. Кстати, тут житель стоит. Давайте спросим у него, как ему тут вообще работается. Житель, скажи, пожалуйста, вот как тебе тут вообще работается? Нравится ли тебе тут работать? И вообще, как рабочий процесс происходит? Рабочий процесс очень-очень тяжелый. Я уже очень-очень сильно устал. Каждый день таскать эти блоки, что-то делать, что-то строить, что-то перевозить. Очень сильно устал тут, очень пыльно. Но зато, когда деревня небоскребов построится, я буду тут жить очень счастливой и хорошей жизнью. Ой, слушай, ну я очень рад за тебя. Ты уже настолько сильно устал, я вижу, что у тебя просто руки болят. Вот ты их вот так вот сложил. Блин, ну мне, конечно, тебя жаль. Слушай, а могу я тебе чем-то помочь, раз ты так сильно устал? Давай мы тебе с моими подписчиками поможем. Потому что мы сильные, мы справимся с любой работой. Ну это, в принципе, неплохая идея. Я буду благодарен тебе и твоим подписчикам. Пожалуйста, сегодня у меня задание достроить кузницу, а я уже не успеваю, потому что очень сильно устал. Пожалуйста, помогите мне достроить кузницу в Майнкрафте. Я пошел. Друзья, у него очень много дел. Он попросил, чтобы мы ему помогли достроить кузницу в Майнкрафте. Я так понимаю, вот это вот кузница и... Ну да, тут еще, конечно, работа, так сказать, ну, прилично довольно-таки. Слушайте, друзья, ну так что, поможем этому бедненькому жителю, который устал? Я надеюсь, что вы со мной, вы мне поможете. Итак, друзья, давайте начнем все-таки обустраивать эту кузницу, поможем этому строителю, так сказать, побудем в шкуре строительной, но не забываем, друзья, не забываем ни в коем случае надевать касочку. Каску это одевать просто необходимо на рабочем месте. И так тут не хватает двери. Все, готово. Ладно, нет, на самом деле у нас второй этаж вообще еще не достроен. И давайте его достраивать. Так, вот таким вот образом, по-моему, кузница выглядит. Если так, то прямо сейчас жмите лайк и пишите в комментариях, что да, она выглядит именно так. Я же правильно, друзья, сейчас строю, да? Я прав? Так, значит, строим тут вот так. Затем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, ага. Так, что-то я забыл. А, все вспомнил, друзья, все вспомнил. Вот так вот она строится. Эти блоки должны быть, по идее, повыше, да? Да, по идее, они должны быть вот так вот повыше намного. Так, давайте эту колонну тоже построим вот таким вот образом. И вот это вот заполним пока что вот так вот. Но до конца не будем, потому что вся постройка у нас, не дай бог, рухнет. И потом еще этому жителю влетит за то, что мы что-то поломали у него. Так, короче, пока что это выглядит вот так. Окей, тут еще не хватает доски. Блин, скоро ночь и скоро рабочий день заканчивается. Нужно быстрее помогать этому жителю и достраивать. Так, поставим сюда вот такую вот плиту из досок. Так, так. И, блин, я не помню, как там окна располагаются. Я правильно поставил? Да, смотрите, правильно. И давайте прямо сейчас сюда поставим стекла вот таким вот образом. И все-таки достроим вот эту вот окантовочку. Хопа, 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 хопа и хопа. Отлично. Так, не забываем про потолок. Блин, побыстрее бы, потому что скоро наступает ночь. Так, потолочек, потолочек, потолочек. И да, друзья, мы почти с вами достроили, а уже даже и до конца достроили нашу кузницу, то есть на второй этаж. Но, друзья, я забыл там немного обустроить. Я помню, что там еще стояли вот такие вот штуки. Сейчас вот так и вот так. Так, еще стоял у нас вот такой вот заборчик и нажимная плита. Типа у нас был такой мини-мини-мини столик. Дальше тут был еще один сундучок. Вот сюда вот он ставится. И все, друзья, мы официально построили с вами здание. Спасибо вам большое, друзья, за помощь, то, что мне помогли. И посмотрите, как это офигенно строится. Слушайте, пока рабочий день еще... А, все, он уже закончился. А давайте все-таки до конца поможем и поставим хотя бы стекол. Ну, в принципе, да, стекол внутрь мы поставим с вами. Так, вот так, вот так, вот так. Они проснутся на утро и будут просто рады, что хотя бы кто-то стекла им поставил. Потому что, ну, жители на этой работе серьезно очень сильно, друзья, устают. Так, 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 я, по идее, все сделал. Ну, давайте вот тут все-таки достроим. Вот так вот, да. Правильно я строю? Нет, неправильно. Блин, слушайте, а это здание намного тяжелее строить, чем я думал. Вот это вот действительно тяжело. Так, стоп, сюда, сюда, сюда блоки. Да, я прав, дальше. А, вот так вот, потом сюда вот так, вот так, вот так, вот так. И ставим дверь. Все, я почти достроил еще одно здание.
здание. Блин, это так просто строить, мне так нравится, но в реальной жизни, конечно, это намного тяжелее. Ладно, друзья, я думаю, хватит им помогать, дальше они разберутся сами. Спасибо большое, что мне помогли построить, спасибо большое, то, что мне ставили лайки и посмотрели эту небольшую экскурсию по вот этой вот деревне строителей, деревне жителей, строителей в Майнкрафте. С вами был я, Компот, спасибо большое за просмотр, ждите новых видео, пишите, в какую деревню мне еще сходить, в какую деревню провести еще экскурсии и что мне еще построить. Все варианты пишите в комментариях, я постараюсь все прочитать, но не гарантирую, что прочитаю все, ибо комментариев действительно очень много. С вами был я, Компот. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, друзья. Всем спасибо. И всем пока.